что национальная программа страхования от наводнений когда-нибудь выплатит кому-то из местных солидную сумму. Очень ценится в традиционной азиатской кухне. Откуда считают несколько блеклым? Десятилетиями разрушали экосистему. Разъяренной акуле придется ускорить эволюцию до предела, чтобы спасти остатки своего океанического дома.
могли бы избежать экологических угроз для будущих поколений. Но тогда пришлось бы отказаться от полноприводных пикапов своеобразной восьмеркой на 5,7 литра. Черная атака. Косатка. Yeah.
закончено, но это всего лишь затишье в бесконечной борьбе человека и природы. Береговая эрозия затрагивает более 70% песчаных пляжей на планете.
лазерный тир. Мексиканский залив. Площадью 1 миллион 543 тысячи квадратных километров. Занимает 5 место по величине среди морей Атлантики.
акула отступает в грот, чтобы предаться спокойным размышлениям. Похоже, Порт Пловис забыл о неприятностях с акулой на время. Для содержания рыболовного пруда. Но я шучу! Еще одна неудачная охота для жителей Порт-Клориса.
королевским указом. Здесь гораздо больше магазинов, торгующих алкоголем и контор, выдающих сами дозами. Займи на этих ихних соревнованиях. Древние греки верили, что водами правит бог Посейдон. Здесь же, в песках Мудреца, их правит Marshall Pleasure Tours International. Это я не знаю. Но если кто на пляже ночью фэдуду устраивает, так тот сам напрашивается, чтобы его акула укусила. Штормы, которые лет 30 назад наносили минимальный вред, теперь вызывают значительные наводнения.
А то так и напрашиваетесь, чтобы акула на кого-нибудь напала. Разве ж они меня послушают? Не в жизнь. Колосса Среднего Запада, мясник Брейди. Yeah.
рельефом, значительная часть суши уйдет под воду, даже при небольшом повышении уровня. Еще одно вознаграждение отменено без лишнего шума. Деградация окружающей среды стала новым мотивом для разнообразных конфликтов. И вновь акула возвращается в место мира и спокойствия. Воздух здесь обладает особенным запахом.